Павлодарским судом вынесен приговор в отношении бухгалтера и завхоза детского сада города. Вступив в преступный сговор, использовав свое служебное положение, они нанесли государству миллионные ущербы. Какое наказание понесли обвиняемые в нашем следующем материале? В период с января 2022 по март 2024 года бухгалтер ясли-сада номер 4 Павлодара вступила в предварительный сговор с завхозом этого же ясли-сада. Используя свое служебное положение, совершила хищение бюджетных средств путем незаконного составления расчетно-платежных ведомостей и незаконных перечислений денежных средств на свой банковский счет и банковский счет завхоза, причинив тем самым государству материальный ущерб на общую сумму более 41 миллиона тенге. Не останавливаясь на достигнутом, используя аналогичную преступную схему, этот же бухгалтер, совмещая должность в ясли-саде номер 7 Павлодара, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 5 миллионов тенге. Но это еще не все преступные деяния бухгалтера. Работая удаленно бухгалтером в детском саду района Акулы, она также совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 7 миллионов тенге. За растрату веренного имущества лицом с исполнением своего служебного положения в особо крупном размере законом в качестве основного наказания предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет. Судом с учетом смягчающих обстоятельств это полное признание вины, чистосердечное раскаяние, положительная характеристика, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении у Б.А. пятерых малолетних детей, назначено Б.А. и Б.Ж. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Одна из обвиняемых лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью в госучреждениях сроком на 5 лет. Вторая лишена права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил. Валентина Леонова, Евгений Олейник, ИРТС Акпарат.